Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. С сегодняшнего дня я начинаю приучать своего Акбара именно к электронному ошейнику. Как это происходит? Мы выходим с ним на улицу. Я целую неделю буду одевать, снимать ошейник по приходу домой. То есть на улицу идем, я одеваю. Вот у меня в руках находится сейчас передатчик, чтобы он тоже к нему привыкал. Сам ошейник у меня находится там, где постоянное место дислокации собаки, то есть для того, чтобы он привыкал к нему, к запаху, к внешнему виду, к его... То есть вот собака здесь возле двери находится, ошейник вот он. То есть вот я сейчас беру, одеваю этот ошейник. У собаки ошейник связывается чисто с ассоциацией, что мы выходим на улицу. Значит, причем на улице я не требую от него ничего особенного, то есть я с ним играю, занимаюсь, и он привыкает к тому, что, собственно говоря, ошейник находится на нем, и где-то минимум через неделю, где-то через полторы, мы с ним уже приступим к... Сначала мы выберем пороговую частоту. Сейчас пока мы одеваем и привыкаем к ошейнику, но не применяем его. То есть внешний вид передатчика в руках, сам ошейник на собаке. Больше мы ничего не делаем. Мы не нажимаем ни на какие кнопочки, кроме фонарика. Одни положительные эмоции. Спасибо, друзья. С вами был канал «Я и мой хвост». Заслужите доверие, заслужите уважение. У вас все получится. Акбар, пошли гулять. Гулять!